Специалисты Общероссийского народного фронта проверили качество асфальта и бордюров в Красноярске. Они проехали с инспекцией по улицам, которые ремонтировались в прошлом году и еще находятся на гарантии. Комиссия обнаружила, что на улице Партизана Железняка бордюры раскрошились, хотя не прошло и года, как их укладывали. Проверка проходит по всему Красноярску, и список всех выявленных нарушений будет направлен заказчику в управление дорог и благоустройства. В самом ведомстве взяли на экспертизу части бордюрного камня и должны установить точную причину разрушения. Если виноватым окажется подрядчик, то ему необходимо будет до 17 июня устранить все нарушения. Если мы говорим с вами о бордюрном камне, вы явно можете наблюдать, идет разрушение. Разрушение очень активное за счет того, что происходит недостаточно морозоустойчивость. Происходит перепад температур, растрескивание бордюра, бетона, попадание воды внутрь, замерзание и необратимый процесс. Бетон не соответствовал марке по морозостойкости, предъявляемым к нему требованиям. Соль не должна влиять по одной простой причине, что бортовой камень перед установкой прошел гидрофобизацию. Гидрофобизация защищает его от воздействия реагентов. Единственное, что могло стать причиной, это либо некачественное его изготовление на первоначальном этапе, как мы поняли уже, морозостойкость, скорее всего, была несоответствующей, либо это был процесс зимнего содержания, работа грейдера ненадлежащим образом привело к разрушению защитного слоя и последующему попаданию воды в весеннее время, наблюдаем разрушение.